Переждать непогоду. Пока бушует стихия, аэропорт Иваново принимает гостей. Так на аэродром приземлилась живая легенда – советский военно-транспортный самолет Ан-12 Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина. Этот борт летел в Туношну, но в связи со сложными погодными условиями Ярославский аэропорт не смог принять самолет. Было принято решение использовать Ивановский аэродром в качестве запасного. Самолеты Ан-12 летают с 1959 года, а поэтому их все реже можно увидеть в воздухе. Пресс-служба аэропорта сообщает, что благодаря слаженной работе аэропорта Иваново удается не допускать задержки рейсов. А если форс-мажорные ситуации все же возникнут, необходимая для пассажиров информация будет оперативно опубликована на сайте аэропорта.